синеве морских пучин бродит он по дну один. Все в присосках восемь ног. Кто же это? Давайте думать. Может, акула? У нее нет ног, только хвост. Тогда морской крокодил? Тоже не похож. Осьминог? Конечно, это правильный ответ. Вопрос о нем задала наша телезрительница Василиса. Всем привет! Меня зовут Василиса. Мне 8 лет. И у меня есть вопрос. Какого цвета осьминог? Разобраться в этом вопросе нам поможет мой друг Умникус. Привет! Ну, начнем. Василиса, оказывается, осьминог способен менять цвет. Причем мгновенно. Например, если его напугать, он станет белым, а если разозлить – красным. В спокойном состоянии осьминог неприметен, сероватый или серо-бурый, даже немного сливается с океаном. Умникус, интересно, а как ему удается постоянно менять цвет? Все дело в специальных клетках – хроматофорах. Они находятся в кожном покрове осьминога и содержат в себе разные пигменты. Почти как палитра у художника. Удивительно. Но эта способность нужна осьминогам не для творчества. В одних случаях они маскируются от врагов, в других – общаются. Например, ярко-голубые кольца на теле синекольчатых осьминогов в случае угрозы темнеют. Это должно предупредить врага о нападении. Умникус, давай расскажем ребятам еще немного интересных фактов об этих моллюсках. Они способны различать цвета и фигуры, обладают хорошей памятью и даже узнают людей, которых часто видят. Любопытно еще, что вкусовые рецепторы осьминогов расположены на руках. Точнее, на присосках. А у нас они находятся на языке. Вот такое удивительное существо обитает в морях и океанах. Ну что, мы с Умникусом на вопрос Василисы ответили. А теперь вы на наш ответьте. Какого цвета станет осьминог, если его напугать? Белого? Желтого? Голубого? Вас не провести. Молодцы, ребята! На сегодня все. Не забывайте присылать нам свои вопросы на WhatsApp или группу ВКонтакте. Скоро увидимся!